будем мы радовать вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим с вами о том, возможно ли жить экологично в Якутии. Друзья, внимание на экран. Экология и экологичная жизнедеятельность стали общемировым трендом. Зеленые взгляды трактуют не только моду на экологичную продукцию, но и развитие политических отношений. Сегодня нет людей, которые не задумывались бы об экологии, ведь именно наши ежедневные привычки и образ жизни напрямую влияют на экологическую ситуацию. Покупаем ли мы продукты в перерабатываемой упаковке и выключаем ли свет, когда он нам не нужен? Ирина Матвеева – общественный активист и предприниматель. В 2019 году она основала движение «Раздельный сбор Якутск». Многие знают Ирину как экоактивистку, занимающуюся просвещением в области ответственного обращения с отходами. Можно ли жить экологично в Якутии? Созданы ли для этого условия? И какие действия для сохранения природы полезны, а какие нет? Друзья, чтобы разобраться в этой теме поподробнее, вам нужно будет разделиться на две группы. Оптимисты – те, кто считают, что экологично можно жить везде, и Якутия этому не исключение. У нас появляются различные точки по раздельному сбору мусора. И даже небольшие шаги в сторону экологии способствуют улучшению состояния окружающей среды. Пессимисты же считают, что на данный момент в Якутии жить экологично очень сложно, так как не созданы условия для этого. Тренд на раздельный сбор – это, конечно, хорошо, но проблему он полностью не решает. При этом каждая из сторон должна стараться перетянуть на свою сторону больше участников. В конце передачи у каждого из вас будет возможность поменять свою точку зрения. Соответственно, оптимист, убедившийся в аргументах пессимистов, может перейти к ним и наоборот. Поэтому, друзья, оптимисты будут справа. Пессимисты будут слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Общественный активист и предприниматель. Сторонница экологичного образа жизни. Ирина Матвеева. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас вам дается ровно минута, чтобы вы могли рассказать нам о себе. Всем добрый день. Меня зовут Ирина Матвеева. Я предприниматель, бизнес-тренер, общественник, мама трех дочек. И 3 года назад я задумалась о теме экологии, как наше поведение влияет на состояние окружающей среды и на нас самих. Поэтому основала движение «Раздельный сбор Якутск», которое переросло в общегородское движение. Если говорить о работе, то бизнесом я занимаюсь около 10 лет. У нас есть сеть магазинов косметики. Также, когда я начала заниматься экопросвещением, решили открыть эко-ресторан, где мы полностью сортируем все отходы, компостируем пищевые отходы и так далее. Тем самым я хочу показать, что бизнес тоже может быть экологичным и показать пример такого экологичного отношения вообще и к потребителям, и к бизнесу. Перейдем к небольшому блиц-интервью, соответственно, быстрые вопросы и быстрый ответ. Хорошо. Так, первый вопрос. Заботятся ли жители Якутии об экологии, как вы считаете? Ну, как и в любом вопросе, где-то 50 на 50. Кто-то заботится, а кто-то оставляет мусор в лесу и думает, что за ними кто-то уберет. Поэтому это такой сложный вопрос. Как вы считаете, часто ли бывают лицемерны те, кто называют себя экоактивистами? К сожалению, да, сейчас есть даже такое название, понятие, да, greenwashing, когда компании как бы якобы вводят экологичные акции, например, да, биоразлагаемый пакет. На самом деле мы знаем, что это абсолютно не экологично. Сложно ли вам самим соответствовать экологичным привычкам? Вначале было достаточно трудно, первые недели, месяцы, но потихоньку, как и любая привычка, она входит в твой образ жизни, и я уже не замечаю, что это требует каких-то усилий. Это как почистить зубы. Какие мифы об экологии в Якутии вы хотели бы развеять? Я бы хотела развеять миф о том, что раз мы живем в Якутске, это далеко от центра, то у нас невозможно сортировать и перерабатывать отходы, во-первых. Во-вторых, это то, что то вторсырье, которое сдается, оно все равно уезжает на свалку. Это самый распространенный миф. И третий, то, что кто-то собирает вторсырье, они на этом зарабатывают. На самом деле нет, это такой больше социальный бизнес. Что лично вас подвигло на создание движения «Раздельный сбор Якутск»?
Ну, вообще у меня по жизни такая позиция. Я сначала смотрю на своем жизненном опыте, потом рассказываю об этом другим. Поэтому сначала я внедрила сортировку у себя в квартире, у себя в бизнесе, увидела, насколько у меня снизились отходы. Раз в 10. Угу. Это стоило только отказаться от одноразовых предметов, пищевые отходы сортировать и сдавать хотя бы бутылки. И этот факт меня очень поразил, и мне очень захотелось об этом делиться с другими людьми. Бывали ли у вас моменты, когда вы считали, что все бессмысленно? Вообще, у любого экоактивиста, да, бывают такие моменты, когда, например, ты сделал субботник, очень классно убрал лес, а потом едешь в другое место, или через год, например, приезжаешь на то же место, а там опять свалка. И тогда очень сильно падает дух, и каждый раз я себе говорю, что ничего страшного, ты уже делаешь достаточно, поэтому я стараюсь сильно себя не загонять. Что отличает якутских экоактивистов от других экоактивистов? Ну, во-первых, это то, что мы живем в суровых условиях, и наша акция «Раздельный сбор», которая третья, она проходила в декабре в спорткомплексе «Дахсун», и мы собирали вторсырье минус 45 градусов. И эти фотографии тоже разлетели в соцсетях, и другие активисты из других городов России были очень удивлены, что мы до такой степени экологичны, да, ну, экоактивисты, что мы готовы везти на автобусе, на такси минус 45 и сдавать вторсырье. Как вы считаете, почему об экологии стали чаще говорить, особенно в последние годы? Потому что проблема перепотребления, проблема замусоривания, ее уже нельзя не заметить, потому что она вот прямо перед глазами, да, наши полигоны завалены мусором, наша вода, она уже грязная, поэтому не замечать уже становится невозможным. Ну что ж, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас немного поближе, ну и пообщаться на нашу сегодняшнюю тему. Справа от вас расположились оптимисты. Это те, кто считает, что экологично можно жить везде, и Якутия тому не исключение. У нас появляются и как раз таки точки по раздельному сбору мусора, и даже небольшие шаги в сторону экологии способствуют сохранению окружающей среды. Слева же от вас расположились пессимисты. Они считают, что на данный момент в Якутии жить экологично очень сложно, так как не созданы все условия для этого. Тренд на раздельный сбор – это, конечно, хорошо, но он полностью не решает проблему. Вот, друзья, давайте мы обратимся сейчас к вам, к нашей аудитории. Поделитесь, почему вы оказались на той или другой стороне? Чем обусловлен ваш выбор? Ну, давайте начнем с оптимистов. Пожалуйста, микрофон. Потихонечку, да, ну можно жить экологично, да, без отходов, ноль отходов. Но это требует времени, и плюсов на самом-то деле гораздо больше, потому что по себе ощущаю, да, больше всего мусора у нас скапливается от пищи. Мы же все время покупаем там сахар и так далее, да. И в частности, вот эти продукты, они навредят нашему здоровью, да, и если мы перейдем вот на правильное питание, потому что правильную, как я заметила, да, правильную пищу, которая для нас полезна, мы можем купить вот, ну, в своей таре, в своей мешке. Например, фрукты, овощи. Да? Ну, тоже мясо можно купить. Да? Ну, мука продается вот в этих... бумажных. Да, в бумажных упаковках. И вот по себе вижу, да, что, ну, не знаю, кожа стала лучше, вот ногти стали крепче, волосы перестали, как там называется, ну, не секутся. И самочувствие улучшается, настроение, оказывается, вот наше самочувствие зависит от нашей пищи, то, что мы едим. Вот в этих упаковках то, что продается, ну, это наносит огромный урон нашему здоровью. И говорят, да, вот 80% болезней идут именно от пищи. Пессимисты, почему вы выбрали эту сторону? Потому что нас очень волнует вопрос о экологическом образовании. Даже если в Якутии развивается раздельный сбор мусора, то существуют люди, которые мало образованы по направлению экология. Образуется такая теория, что люди выбрасывают свои мусоры там по отдельным мусорным корзинкам, которые распределены. А весь этот мусор уходит в одну кучу. И главным вопросом сегодняшней нашей темы является этот вопрос. Спасибо, поаплодируем.
Оптимистка, пожалуйста. Я считаю, что можно жить в Якутии экологично, потому что любое большое дело как-никак начинается с малого. С каждого человека. Если вот каждый житель нашей Якутии будет собирать мусор раздельно, либо же убирать за собой после субботника, пикника, то окружающая нас среда станет в разы уютнее, красивее и благоприятнее самим для нас. Спасибо, поаплодируем. Ну, я считаю, что в нашей республике все еще, так скажем, нет условий для ведения экологической жизни, потому что, ну вот, появляются пункты сбора, да, но я считаю, что это, так скажем, капля в море, потому что все еще есть люди, которые, ну, не следят за этим и, как бы, выбрасывает мусор просто в корзину и все. Оптимист, пожалуйста, еще мнение. Как уже ранее говорилось, что экология – это как уже в тренд пошел. Вести экологичный образ жизни, та же сортировка мусора, вот, использование, вторичное использование отходов и так далее. Это уже пошел как тренд. И я думаю, что люди нашей республики будут соблюдать эти правила, скажем так. Пессимисты, пожалуйста, почему вы оказались на этой стороне? В нашем регионе в разы труднее вести экологичный образ жизни, чем в других странах и даже в других регионах страны. Потому что у нас, как мне известно, отсутствуют точки утилизации и рекультивации. Наши полигоны, ну, никому не секрет, что они все переполнены. И единственный способ избавления от мусора – это сжигание и... Также транспортировка в другие регионы, это обходится намного дороже. И даже вот если вести экологичный образ жизни, покупать экотовары, то, ну, не всем это будет по карману, так сказать. Ну что ж, друзья, давайте перейдем к вашим вопросам, к нашей гости, к Ирине. Пожалуйста. Оптимисты, ваши вопросы. У меня вопрос, вот, как отразилась вот, экологичный образ жизни на вашей семье? Может, в взаимоотношениях, может, по здоровью, может, по финансам? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, на самом деле, любое, ну, я считаю, что любое сложное решение, да, какое-то, какая-то нововведение в твою жизнь влияет на все сферы твоей жизни. И, например, когда я начала сортировать там на 7 фракций, мыть пакеты, то это как качать мышцу силы воли, и мне все другие вещи кажутся теперь простыми. Вот, например, кто-то не может встать, пойти бегать или там пойти в спортзал и приготовить полезную еду. Для меня это кажется очень просто. Что тут решать-то, да? Поэтому мне кажется, вот став экоактивистом, делая сложные решения, мы перешли на новый уровень жизни, да, и у нас более сложные теперь проекты в бизнесе, и даже личные достижения стали на другой уровень. Пессимисты, ваш вопрос. Каково экологическое состояние нашего города в настоящее время? Так как я живу в Якутске всю жизнь, то я вижу изменения, да, и вообще я оптимист, поэтому я стараюсь видеть положительные изменения. Например, а эти изменения в лучшую сторону? Да, да, например, раньше было грязнее, да, сейчас чище, сейчас люди доносят мусор до урн, хотя бы не выкидывают мусор из окна, как было в моем детстве. И все изменения, они происходят потихоньку, но вот наше движение, оно немножко ускорило вот это вот, да. За последние 3 года очень сильные изменения произошли вообще в нашей городской среде. Леса стали чуть чище, ну, в том числе за счет наших субботников. И из-за того, что мы об этом много говорим, вот такие обсуждения, они все равно закладывают зерно в сознание наших людей, особенно молодежи. Оптимист, пожалуйста, ваш вопрос. По каким фракциям можно сортировать именно в нашем городе? Вот вообще для начинающих, да, если зрители у нас есть, они никогда еще ничего не сдавали, то я советую начинать совсем простых.
Это картонная упаковка, бутылки, пластик, алюминиевые банки. Эти баки стоят, более 50 баков стоят у нас в городе, и ну, не составляет каких-то особых и умственных, и трудозатрат просто их сложить в отдельном месте и сдать. Кроме этого, сдаются у нас крышки, батарейки, шины, пластиковые пакеты. Вот все пакеты с пакетами можно взять и сдать по Вилюйскому тракту. Вообще около более 10 фракций у нас уже сдается. И также у нас появился сервис «Экотакси». Это основал наш волонтер. И она принимает и отправляет в Москву сложные фракции. Например, зубные щетки, блистеры от лекарств. Да? Поэтому сейчас сдать можно вообще 90% образуемых отходов. Это очень здорово. Здорово. А во сколько обходится транспортировка сортированного мусора в ближайшие города? Я сама этим не занимаюсь, поэтому примерно скажу. Я слышала цифры, что одна фура обходится там 70-80 тысяч рублей, и она отбивает только стоимость вот того, что сдается там на заводах, ну и там плюс зарплата, да. Поэтому этот бизнес, он не такой прибыльный. Я тоже занимаюсь этим бизнесом, но у меня, например, пищевые отходы. Тоже не очень выгодно, но мы хотим создать именно прецедент, показать, что этим можно заниматься. Еще вопросы, пожалуйста. Как вы мотивируете других людей, что для них может быть мотивацией также вести такой образ жизни? Отличный вопрос. Ага. Ну, на самом деле мотивация у всех разная, да? У меня мотивация – это когда я вижу, что моего мусора очень мало, мы выносим один пакет в неделю, и это даже для меня много. Плюс я всегда думаю о своих детях, потому что какой я подарок оставлю своим трем дочкам, да, скажу, вот вам Вилюйский тракт переполненный, разгребайте как хотите, да. Поэтому для меня это личная мотивация, это то, что я им скажу, я сделала все, что в моих силах. Плюс для предпринимателей я всегда показываю цифры. Наш ресторан, например, производит всего 3 бака мусора, общего мусора в месяц. Если сравнить, то обычный общепит производит 2 бака в день. Представляете, какая большая разница? И если посчитать в деньгах, то мы экономим до 300-400 тысяч в год только на вывозе отходов. И это хорошая мотивация, 300-400 тысяч, да? Наверняка. Для предпринимателя. Поэтому я пытаюсь объяснить, что вот сдавая картон, сдавая нам пищевые отходы, вы на самом деле экономите. Круто. Еще вопрос, пожалуйста. Есть ли предприниматели, которые вдохновились вашим примером и занимаются тоже таким сбором? Вообще, на самом деле, картон сдают большинство уже предпринимателей, потому что все поняли, что невыгодно вывозить на общую свалку. Легче бесплатно заказать вывоз картона, и картон же он объемный. Большинство торговых центров уже сдают. Я вижу, как отдельно складывается картон. А что касается более сложных вещей, типа пищевых отходов, да, у нас уже 4 организации, 4 ресторана сдают нам пищевые отходы. Это такой сервис, он платный. И мы все вывозим в такой большой промышленный компостер и производим компост, который продаем дачникам. То есть это получается такой круговорот. И мы уже в прошлом месяце переработали 200 тонн пищевых отходов. Это то, что должно было попасть на свалку, но получился питательная среда, да, для огородников. И если представить глобально, то это всего 4 ресторана производят 200 тонн пищевых отходов. А если взять всех, насколько можно было бы уменьшить нашу свалку? И если кто-то думает, что пищевые отходы должны разлагаться на свалке, то это неправильно. На самом деле пищевые отходы должны обратно возвращаться к земле, потому что на свалке они гниют неправильно. И именно свалочный газ, метан, он образуется из-за той безобидной банановой кожуры, которую мы бросили в мусорное ведро. Да? И если вы хотите немножко помочь нашей среде, то лучше просто выкиньте его куда-нибудь в лес или компостируйте у себя на даче. Да? Главное, не перемешивайте с пластиком, не выкидывайте в общую урну. Остались ли у вас какие-либо неэкологичные привычки, от которых вы хотели бы избавиться? Да, есть. Смотрите, и когда мы говорим об экологичном образе жизни, то я советую не впадать в крайность. Любая крайность, она опасна, да? То есть, если бы я хотела жить экологично, то мне пришлось бы жить в пещере. Не ездить на машине, не ездить на автобусе, да? Ой, на самолете, не краситься и так далее. Но я хочу, чтобы мы достигли такого баланса, да? То есть, я отказываюсь от покупки
как, очень большого количества вещей, да, я одеваюсь на секонд-хендах, сортирую отходы, но при этом с этой стороны у меня остались. Я люблю косметику, да, вообще у меня магазин косметики, я покупаю себе косметику. Я люблю путешествовать, поэтому я езжу на самолете. Но это такой баланс, то есть здесь мы немножко экологичны, да, более экологичны, а здесь немножко оставляем привычки, которые остались и дают нам такую радость, да, жизни. Потому что если мы лишим всех радостей, то как-то зачем вообще тогда жить? Поэтому каждый человек может пересмотреть свои привычки, где он может легко отказаться, там, например, от лишней газировки, да, помочь своему здоровью, то может отказаться, а где не хочет, где у него прямо очень много эмоций от этого приходит, там, например, от шопинга, ну пусть оставит, да, ничего страшного. Поэтому каждый человек может найти себе баланс экологичности. Итак, друзья, у нас есть видео-опрос по теме нашего обсуждения, поэтому просим внимания на экран. Можно ли экологично жить в Якутии? В Якутии? Конечно, можно. Конечно, можно. Экологично? Конечно, почему нет? Сейчас, ну, можно, конечно. Экологично? Можно, конечно, жить. Можно, но сложно. Есть ли для этого условия или условия не важны? Условия есть ли для того, чтобы жить экологично? Ну, конечно, есть, я, мне кажется. Ну, как? Условия нужны, конечно, обязательно. Нужны обязательно условия. Обязательно нужны. Ну, это зависит и от самих жителей тоже. Каждый ответственен за свой уголок, можно сказать. То есть он вносит свой вклад в экологию, в чистоту. Условия важны, конечно. Как же не важны, если мы ничего не будем садить, от чего будет все расти, чем мы будем дышать? Насчет зелени бы побольше желательно, насчет экологии. Ну, нормально, я так думаю, у нас все хорошо. Мусор как бы дети собирают у нас, как бы. Еще не могу сказать. Условия, конечно, важны, думаю, но я надеюсь, что они в процессе. Будем надеяться на лучшее, так сказать. А пока что, ну, 50 на 50, но многие люди стараются. Есть знакомые в окружении и так далее. Я бы хотела прокомментировать слова наших жителей. Да, условия на самом деле очень важны, но мы забываем, что условия, кто создает эти условия, да? И мы ждем всегда, вот, что государство, кто сверху нам создаст их. На самом деле условия создаем мы сами. Вот 3 года назад мне пришло в голову, а давайте сделаем сбор вторсырья. Да? Так, на тот момент принимался только картон и бутылки. И из-за того, что у нас появились единомышленники, люди, которые действительно несли картон, у меня появилась идея, а давайте паблик сделаем. А потом, когда мы увидели, что вторсырье все увеличивается, это как по спирали развивается вся эта история. И именно вы, ребята, когда поддерживаете наше движение и создаете сами эти условия. Как мы заметили из опроса, многие наши жители считают, что в Якутии жить можно экологично. Но при этом все же для этого нужны условия. Давайте поймем, что каждый из нас считает непосредственно условиями важными для того, чтобы жить экологично. Оптимисты, поделитесь. Ну, я считаю, что условия каждый человек создает сам. Мы привыкли ожидать, да, что снаружи все. Снаружи кто-то сделает, да, а на самом-то деле условия создаем мы. Вот вторс, вот эти пластиковые, да, бутылки, вот полиэтиленовые пакеты, они отправляются на переработку. Но все-таки, да, пластик, он же не бесконечно перерабатывается. Допустим, те же пакеты, которые мы сдаем, превращаются в тротуарную плитку, и все, это конечный цикл. Потом что делать, да? Вот, а этот пластик идет бесконечно, идет. Все равно мы рано или поздно придем к тому, чтобы жить без отходов, ноль отходов. Я согласен с тем, что условия создаем мы сами, но вот какие условия уже есть, были и будут, по моему мнению, они должны быть комфортные условия, чтобы каждый человек смог видеть, что вот этот человек выбрасывает мусор куда-то, где-то. Вот баки, те же баки, они же цветные все, они же выделяются из фона. Вот, и начнут задумываться, визуально смотреть. Вот это тоже те же условия. Вот
тот же мусор, куда он уходит, если я буду визуально знать, смотреть, для меня это тоже условие. Непосредственно к слову о законодательстве, 24 мая Госдума в первом чтении приняла закон об обязательной сортировке мусора. Вопрос, соответственно, действительно ли, принуждая людей к сортировке, мы можем положительно повлиять на вопрос экологического просвещения? Как вы считаете, друзья? Поближе. Мне кажется, да, это правильно, потому что надо с чего-то начать, но все равно же, например, через 10 лет уже это будет нормой для всех. По-моему, это правильно. Пессимисты? Как вы считаете, ребят, вот людей принуждая к тому, чтобы они занимались сортировкой мусора, мы в действительности влияем ли на ситуацию? Я думаю, что большинство людей, конечно, будет придерживаться правил, но все равно у нас есть много законов, да, запрещающих что-то, но есть люди, которые не придерживаются этих. Это, скажем, тоже немалое количество людей, но я думаю, что это, возможно, в будущем поможет, но сейчас это не решит проблему. Еще мнение, пожалуйста. Я считаю, что нельзя принуждать, это ни к чему не приведет. Ага. Все-таки надо образовывать людей, работать с сознанием людей, просвещать. Да? Поняли, да, что надо жить экологично, да, надо просвещать своих близких, родных, друзей, вот таким путем, да, соседей. Всегда, что принуждать нельзя. Спасибо, аплодируем. Еще мнение? Я считаю, что именно в данное время нельзя принуждать. Можно будет принуждать только если, вот, например, вместо обычных баков везде будут стоять вот раздельные. Вот тогда уже, я думаю, что можно. Когда для этого будут соответствующие условия созданы. Да. Ирина, ваше мнение? Я тоже согласна, что принуждать нужно будет тогда, когда будут уже условия, и человек, любой человек, выйдя, у него уже будет выбор, сортировать или не сортировать. Сейчас, к сожалению, у большинства людей нет такого выбора. Но тоже, смотря на опыт других стран, принуждение обязательно, потому что, смотрите, всегда есть какие-то доли людей, лидеров, да, которые привносят изменения. Там, их мало, 3-5% в любом обществе. И вот они говорят, надо так, надо запретить курение в общественных местах, потому что это вредно. Да? А потом к ним прислушивается первое большинство. И потом 70% людей все равно отрицают, не хотят. И вот 70% нужно, к сожалению, принуждать. И у нас тоже уже порядка 7 лет уже запрещено курение в общественных местах, но все курят. Но у нас есть штраф, и ситуация стала лучше. Согласны? Mm-hmm. А раньше это было вообще нормой, что все курили везде. То же самое с экологичностью. То есть мы сейчас лоббируем, да, вас, первое большинство, чтобы вы тоже начали присоединяться к движению, и более через несколько лет это будет уже в качестве принуждения для остального большинства, которое не хочет вообще ничего делать, и так происходит всегда. И без этого никак не обойтись. Вот, например, в том же Сингапуре за брошенный окурок там огромный штраф, да? А у нас пока нет никаких ограничений за то, что люди оставляют в лесу, там выливают фекалку, где попало, да? И я считаю, что штрафы, они необходимы в данном случае. В течение всего нашего диалога мы уже несколько раз затронули ценовой диапазон экологичных товаров. Они, безусловно, безопаснее и даже временами качественнее, но и цена у них соответствующая. Значит ли это то, что быть экологичным дорого? Угу. Как вы считаете? Я уже много лет интересуюсь вопросом питания и скажу, что нет, наоборот, экономичнее. Потому что вот эти продукты, в которых добавляется очень много сахара и соли, и вот кушаем эти продукты, нам хочется еще. Да? Мы на самом-то деле очень много кушаем. Да? И вот когда кушаем капусту, тот же мед, натуральные продукты дают чувство насыщения. Вот поел, да, получил дозу, да, витаминов, да, все, больше не хочется. Но на самом-то деле, да, это очень выгодно. Хорошо, спасибо. С точки зрения бюджета, только в начале этих работ все будет дорого. А при уже созданных условиях будет более экономичнее. Угу. Хорошо. Это поначалу сложно.
Чье мнение, пожалуйста, оптимисты? Дорого ли вести экологичный образ жизни? Покупать? Ну, не скажу, что дорого. Но из-за того, что вот быть экологичным стало в тренде, в моде, немножко люди начали на этом зарабатывать, некоторые люди что-то, повышать цены на что-то. Но если понять рынок или что-то, экономно. Ирина, а что вы со своей стороны можете сказать? Это тоже очень распространенный миф, что быть экологичным дорого. На самом деле это очень экономично. Во-первых, вот ты сам сказал, да, что нужно будет отказаться от многих вещей. То же самое, мы не замечаем, сколько мы тратим на мелочи. Так, каждый стаканчик кофе, там 200 рублей в день, да, это уже 6 тысяч рублей в месяц. Какую-то газировку, вот видела сегодня, да, многие приходят с газировкой. Сколько стоит сейчас газировка? 100 рублей. И неосознанно вы тратите очень много денег на ненужные абсолютно вещи, плюс еще и упаковка образуется. Гораздо экономичнее взять с собой воду из дома в многоразовом стакане, да, который стоит там рублей 400. Когда мы говорим об экологическом образе жизни, это не только про сдачу вторсырья, а это вообще про покупки, про потребление. То есть, когда ты начинаешь задумываться об упаковке, ты задумываешься о покупках. Угу. Думаешь, откуда приехала эта футболка, а зачем мне пятое платье, стоит ли мне покупать шоколадку, да? И тем самым ты очень сильно экономишь на потреблении, ты просто меньше потребляешь. И все, кто перешел на экологичный образ жизни, они стали более такими аскетичными. И вот эти освободившиеся деньги мы обычно тратим уже на более важные вещи, на свое здоровье, витамины, на спорт, например. Поэтому это очень здорово переходить на зеленые стороны, и всех вас призываю. И перепишите этот миф, что жить экологично дорого. Ирина, какой совет вы бы хотели сегодня дать нашей аудитории? Я бы хотела ребятам сказать, что вы молодцы. И будь вы оптимисты или пессимисты по какому-то вопросу, не останавливайтесь. Всегда задавайте вопросы, отвечайте сами на них. И в любом действии важен просто прогресс. Маленькие шаги. Да? Даже сегодня, если вы сдали бутылку, то уже хорошо, похвалите себя. Самое главное не быть в позиции жертвы и не сидеть и осуждать все, что происходит. Да? Сначала посмотрите на свою жизнь и задайте себе единственный вопрос: а что я могу с этим сделать? Этот вопрос поможет вам во всех ваших делах. Спасибо. Здорово. Ну что ж, друзья, наступил тот самый момент истины, когда вы можете поменять свою группу. Соответственно, оптимист, который убедился в аргументах пессимистов, может перейти к ним. И, конечно же, наоборот. Соответственно, пессимист может перейти к оптимистам, если он удостоверился именно в их аргументах. Так, поэтому, друзья, определяйтесь, меняете ли вы свою группу, либо же остаетесь на месте. Ну и на счет три можно будет перейти. Раз. Два. Три. Давайте, ребята, я вас верю. Ясно, спасибо. Давайте поаплодируем друг другу. Ирина, кого вам бы хотелось выделить из наших сегодняшних участников? Кто, возможно, вам понравился своими аргументами, высказываниями? Мне понравился молодой человек в полосатой рубашке. Он давал очень аргументированные ответы. И будущий эколог. Представься немного, расскажи о себе. Меня зовут Тимур. Обучаюсь на эколога в магистратуре. Первый курс из Намского ВУЗа. Здорово. Ирина, что вы подготовили? Я Тимуру подготовила сертификат в нашу сеть компаний, и тут можно поесть в нашем экологичном ресторане здоровую еду, у нас там все многоразовое, и, пожалуйста, приходи. Здорово, давайте поаплодируем. Ну что ж, друзья, мы приглашаем вас подняться к нам для того, чтобы мы еще могли немного пообщаться, ну и пообщаться вместе с нашей гостьей Ириной. Пожалуйста, поднимайтесь сюда, наш подиум. Это была программа «Я молодой». С вами были ее ведущие Елена Гагарина и Антон Васильев. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Всем пока.
Мне очень понравилась передача, и очень рада, что такая тема, как экология, поднимается среди молодежи. И ребятам я как напутствие сказала, чтобы они не ленились, делали сложные решения, потому что, ну, я иногда так шучу, если ты не можешь донести бутылку до урны раздельного сбора, то чего можешь ты добиться в жизни? Поэтому, когда мы ведем себя правильно, да, берем на себя ответственность, то все в жизни начинает получаться. Спасибо за приглашение.